причалим здесь? Здесь есть на что посмотреть. Ну, чем могу служить? Можно не убегать.
Что вы снова здесь ищете, тупицы? Хотите украсть мои сапоги и одежду? Нашли твоего сына. И его тоже предали. А еще нам попался его дневник. Твой сын жалел о том, что убил тебя. Ха, и зачем бы мне это? Как он умер? Погиб в бою? Рядом с ним были 4 обезглавленных трупа. А, меч Вандрида всегда был остро заточен. Этому он научился у меня. А, он подлый ублюдок, но... Мне легче от мысли, что сейчас он в Вальхалле. Спасибо. Мы помогли ему. Я рад, что мы вернулись. Этот вор недостоин душевного покоя. Ну и пусть. Все равно помогать другим очень приятно. Даже мертвым. Ты весь в свою мать.
Пойдем! Босвар, Фримонт, Эрик. Все в порядке? Нет. Мои товары под водой. Мои люди утонули. На их тела все еще ходят по берегу. Хельские скитальцы. Много тут таких. Я их капитан. Они умерли по моей вине. Но эти твари оскорбляют их память. Я найду способ избавить их от мук. Таково мое решение. Буря разметала все три моих корабля по озеру. Я не знаю, чем прогневал Тора, но он покарал меня быстро и жестоко. И замедлился. Берегись, отец! Подожди! Сын. Ладно. Это еще одна карта. Последнее. Да. Можно отдать их призраку. Может, он и сдержит слово, и тогда... Да знаю я, что она не вернется. Знаю. Просто... Давай отнесем кости. Huh?
Узнаем, на что это обменять? Вроде это последнее. Можно ведь, да? Да. Квейкия. Вроде это последнее. Можно ведь, да? Да. Квейкия. Приготовься. Вроде это последнее. Можно ведь, да? Да. Квейкия. Для чего бы, сэр? Я умру!
Вроде это последнее. Можно ведь, да? Да. Квекия. Нам нужно поговорить. Еще. В чем дело? Я пришел сюда с торговцами, спасаясь от запустения. Откуда мне было знать, что здесь оно еще хуже? Мы не можем исправить твои ошибки, дух. Знаю. Но я опасаюсь за капитана и команду. Думаю, они все еще под водой. Вы найдете их. А ты можешь что-то предложить нам взамен? Я... Мне нечего вам дать. Ну, я не знаю. А, перед смертью на мне была фамильная драгоценность. Найди команду, и я отдам ее тебе. Ладно. Спасибо. Уже лучше. Почему вы с мамой не говорили мне про запустение? За твою мать я ничего не скажу, но меня это не волнует. И тебя не должно. Тебя не волнует то, что все вокруг умирает? Наша цель — попасть в Йотунхейм. Да ну! Тогда что мы делаем на этих островах? Мы собираем то, что позволяет улучшить снаряжение. И уходим с пути только для того, чтобы подготовиться к завтрашнему дню. Как можно заодно мир посмотреть? Ну, команда! Лети за ними! Здесь есть на что посмотреть.
В этих краях я открыл возможности для охоты и торговли. Я давно отказался от поисков Йотунхейма. Это дело для более молодых и более способных. Но я был слишком увлечен. И мои люди заплатили за это. Но почему кости Гульвейк разбросаны? Обычно для осквернения. У разбросанных костей жалкая душа. В Вальхаллу не попадешь, если твоя рука на одном берегу, а голова на другом. Спроси у призрака. Он наверняка охотно тебе расскажет. Мы собрали останки твоей женщины, призрак. Покажи обещанное колдовство. Ах, моя Гульвейк вновь цела. Встань, милая Гульвейк! Проснись, о могучая Гульвейк! Эвни укорбитьяст. Она выполнит нашу просьбу. Эльдифагнал. И даст нам... Уже можно идти. Отец, берегись! Берегись, отец! Я же говорил. Ты глупый мальчишка. И это тоже верно. Но нечего смотреть на меня волком. Это будет тебе урок. Ясно. Thank you.
Даже не верится, что за столько лет никто не нашел башню Йотунхейм. Где спрятать такую громадину? Я вижу что-то внизу. А врата мы так и не открыли. Может, попробуем? Продолжай! Берегись! Нет! Вперед!
чуть-чуть. Брат, слева! Берегись, сзади! Yeah.
Это все его матросы? Мощная команда. И он нес за них ответственность. Мощная ответственность. Тебя это пугает? Нет, вроде нет. То есть, раньше, наверное, пугало, но теперь уже нет. Почему? Ну, я тут, с тобой. В общем, я почувствовал себя взрослым. Там внизу. У одного капитана так много людей. Они были ему верны и шли за ним. И все погибли. Ну, плохой он капитан. Почему ты так думаешь? Он привел команду к смерти. Да, но они сами пошли за ним. Хм. Даже хороший капитан может ошибиться. Каждый сам несет за себя ответственность. Помни это. Квейкья! Ну, попробовать стоило. Вести за собой? Да, много лет назад я вел в бой воинов. Ты был хорошим командиром? Это сложно сказать. Ты раньше... Довольно вопросов, сын. Лучше думай о задаче. Ладно. Thank you.
Да, мы их всех убили. Ну, то есть упокоили. Ясно. Значит, я проиграл даже после смерти. Но при жизни ты был достойным и волевым человеком, и твои люди тебя уважали. Это хороший пример. Правда, сын? Да. Надо же, как много людей пошло за тобой. Я... Спасибо за добрые слова. Пусть ваше путешествие завершится удачнее, чем мое. Ну, ты был прав. Не очень-то он обрадовался. Наверное, невозможно смириться с потерей тех, кто тебе дорог. Невозможно.
Я вижу что-то внизу.